Надо, чтобы проветрило. Вот это, вот это. С ума сойдем. Растяните пуговку. Как вас зовут? Петр. Первый? Да, наверное, после того. Петра Первого. Петра Первого. Петр Второй. Так, расскажите, что мы лечим. В смысле, не лечим, мы оздоравливаем. Спина тут вот вся болит, и отдается сюда, и вот эту вот часть. И такие боли бывают, что невозможно. Два дня ничего не делать, вам еще Россией управлять, поняли? Залазьте, голова и сюда, остальное все. Угу. Тут что у вас? Это родимая. Мамка что-то ворвала. Сколько себя помню, сколько она. Так, вы на иглоукалывание записывались или нет? Нет. Артем, вдох-выдох. Двигаться есть? Хорошо. Вдох-выдох быстрее. Ничего не. Ты ничего на меня не смотришь, бесстыжая. Целый день глаза прячет, понятно? Вот проблема, это идите, потрогайте, я вам покажу. Алла, вставайте. Что вы? Я вам покажу проблему. Глянь, как потом туда ушел. Угу. Чувствуете? Вот, чувствую. Угу. Вот запомните это место. Ничего. А сейчас мы будем его ставить. Ага. Не уходите, чего вы уходите от меня. Ты не отпускай никого. Здрасте. Сейчас трогайте. Угу. Понятно? Ровно. Вот, и сейчас будем все так выставлять, чтобы вы не думали, что я тут просто отбиваю отбивные, понятно? Угу. Вы тоже хотите потрогать? Ладно. Ты тоже хочешь? Там люди. Ну тебя не машут, а тебя машут. Ослабить. Так, Петр Первый. Глубокий вдох. Выдох. Еще. Сколько мапе лет? 70. Угу. А он еще и телефон. А. Глубокий вдох, прошу прощения. Выдох. Вдох-выдох. Быстрее выдох. Еще сильнее. Ну, глубже, глубже. Выдох до конца. Вам престолом управлять еще. Так. Сам кто-то первый на приеме, представляете? Обалдеть. Не, ну кто-то первый. Она приедет летом, и летом это будет выставлено. А мы вот тут возьмем, и Дурга приедет, а нас нету. А пока мы с отпуска бьем, мы уже вылечимся. И все. Поняли, какая схема у меня? Пап, кто? У вас он не такой крепкий. Вдох-выдох. У вас остеопороз. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Зимой не думайте падать, поняли? Это очень рискованно. Расслабить. Вдох-выдох. Еще. Вы рады, что на приеме? Правильно. Так, это сюда.
Не знаю, я скрывался. Я работал под прикрытием. Терпимо? Да ничего, как барабан. Пой мантру, Алла. В чем дело? Мы очистку делаем энергии. Вдох-выдох. Терпимо? Терпимо. Это вот то, что приказали бороды отрезать. Не, этого указа не было. Как это не было? А сейчас все с бородами ходят. А, вы поменяли? Поменяли указ? Я? Блин, я думал, что он еще не вышел закон в силу. Она тешится, если борода. Ну это первые 3 года, а потом привыкаешь. Я не хочу. 3 года. Все будут думать, что у меня там вши. Так, руки можете так, можете под голову. Что там? Можете укусить. Расслабить. Думайте о России. Так. Надо же. Петр Первый на приеме. Обалдеть. А маленький, потому что болит? Я не знаю. Это потому что этот двойник. Ты что, все двойник вообще не работает? Какой был? В наше время. Да. Так нам еще надо будет потом приезжать? Надо. За поводу записи. На февраль еще не пишем. А вот зайди, вам никто не ответит. Это под лобик. Под лобик это. Руки под лобик. Потому что у нас администратор занимается другими делами. Она ест конфеты. А? Конфеты ест. И не до записи. Она роллы заказывает. А что? Так, вдох-выдох. Расслабить, вдох-выдох. Все время хотел попробовать. Так, на бок ко мне лицом ложитесь.
Все, не крутиться, думайте про Россию, про державу. Вдох-выдох. Еще. На другой бок. Расслабить. Вдох-выдох. Легче. Еще. На спинку. Хорошо, что тебе не надо писать. У нас мужик пришел, что там вдруг попали. Почему мы? Мужик бы попал. А почему мы? Расслабить. Знаете, каждому говорить. Просто не полотенце, тапочки. И бюстгальтеры всем. Ютуб не понимает размер груди. Понятно? Чтобы были все бюстгальтеры. Без бюстгальтера мы не принимаем. Представляете картину? А представляете, да, картину, когда вы раздеваетесь, и все стоят с доктором. Так. Не надо там стоять. Расслабить. Расслабить бюстгальтер. Еще легче. Сейчас выше. Я не красный, нормально все, давайте руку. Зубки вместе. А руки расслабить. Легче. Это, ты можешь пойти к двери и крикнуть «Алла!» Расслабить шею, думаем про державу. Отпустить держава. За державу. Присаживайтесь. Раз, два, сюда. Ровно. Дай подпиши, Косоправ сошел с ума. И снежиночку поставить. А что ж вы притихли так подозрительно? Нет, вы... Они ожидают. А, они все вам интересно? Вы в кино? В ожидании, что будет так. А, понял. Крутите головой по большому кругу. Ого, как оно крутится. Прям вот... Трещит. Как в фильме прям. Конечно, она бы не трещала так крутить. Она ж полностью по круговой. Так, как себя чувствует шейка? Нормально. Нравится? Будете государством управлять? Крутите ей тогда. Вставайте. Идите вперед к кораблю. Так, ко мне лицом. Присесть он не сможет. Лицом ко мне вы же смогли. Смотри подальше от ящика, ты ударишься. Это не ящик, это сейф. Тяните за пола. Там параллельный мир за шкафом. Нарния. На другой Нарнии видно. Резко с головой. И другую. Резче с размахом, сильней. Руки опускайте. 10 раз приседаний. Поехали. Быстро! Подумать. С чего начинать? Ножки шире и будет удивлены. Слушайте, колени, крестец. И что-то еще.
Теперь проверяйте наклоны, повороты, всю систему проверяйте. Мощно, только не прыгайте. Не думайте падать. Одна уже упала, пыталась сейф открыть. Все, не притворяйся, что там. Крутишься, как молодой. Все, я уже устал. Мы устали уже руководить Россией, понятно? Дай Бог здоровья, можно одеваться. Лет бы 40-50 бы скинуть. И можно было бы руководить. Ты выключай, проделай.